Приветствую всех на моем вспомогательном канале. Этот эксперимент я провести хотел и даже показать хотел, но чтобы не засорять основной канал лишними экспериментами, я выкладываю эти ролики здесь. Для тех, кому особенно любопытно, и тут они идут без рекламы, и вам даже это удобно. Итак, цель эксперимента. Вот здесь лежит пластинка, это светонакопительная пластиночка, продаются они в магазинах. Такую пластинку Белецкий забрал у своих детей, чтобы на ней рисовать кружочки там всякие или сажу. Вот. Я под эту панельку положил солнечную панель генерирующую. Я показывал, как она работает, ну, по типу вот такой. И что я хочу исследовать. Все подсоединено банально, то есть к солнечной панели подсоединены вот эти вот светодиодики, точнее один из них красный, он ярче всего светится. И я хочу проверить, как после свечения вот этой светонакопительной панели способна вырабатывать электричество. То есть, ну, мы знаем, эта солнечная панелька будет реагировать на свет, который исходит не от внешних источников, а от вот этой вот светонакопительной панели. Обычно они рисуют вот такими карандашиками с ультрафиолетовой лампочкой. А я сейчас накоплю света с помощью лампы накаливания, потому что она мощнее и сильнее засвечивает вот эту панельку. И мы посмотрим. Вот пока панель не накопила достаточно много света, красный светодиодик не светится. Если я вот ее отодвину, проверяем. Вот, ну, да, вот есть легкое-легкое свечение, так еще сильнее это двину. Вот, свечение яркое, да, вот яркое свечение. Но это от внешнего света из кухонного окна. Нас же интересует, вот, что будет, если я сейчас накоплю вот на этой пластине свет и опять положу ее обратно. Вот я ложу, пока она не засвечена, не светится. Ну что ж, приступим, да. Сейчас светодиод светится от света от окна. Вот эта вот зеленая поверхность, зеленоватая, сейчас уже начала накапливать свет. Этот свет я сейчас буду накапливать с помощью лампы накаливания. Так будет быстрее. Так, вот я облучаю эту пластину, облучаю. В сумерках она будет хорошо светиться зеленым. Но у нас недостаточные сумерки, чтобы камера хоть что-то снимала. Выключаю и накрываю. Эффекта. Не, ребята, эффекта не наблюдаю. Никакого. Давайте попробуем повторить. Накопим еще посильнее. Так. Копим, копим. Ультрафиолетом посветим. Ну-ка. Ультрафиолет пишет? Пишет. Да, вот смотрите, пятнышки появляются. Вот сейчас сильные пятна должны появиться. Вот лампы накаливания. Так, вот уже очень сильно засветил. Накопил много. И сюда. Так, ну-ка, вот лампа накаливания сквозь эту панель светит, да. А вот когда выключаю, ну, что? Неудачный эксперимент, тоже эксперимент. Мы убедились, что вот недостаточно с помощью такой панели, вот там даже пятно это видно зеленое, накопить достаточно энергии, чтобы засветился красненький светодиод. Зато вот этой панелью можно даже в ванне освещать сумерки. Ну вот, такой эксперимент хотел показать, показал, надеюсь, было интересно.